Софиты, вспышки фотокамер и необычные образы моделей. В Славянске на Кубани прошел фестиваль Fashion Project или модный проект. К миру творчества и красоты прикоснулись и наши корреспонденты. Тему продолжит Анна Монастыренко. Люди, создающие красоту. Именно так можно сказать об участниках фестиваля. Свое мастерство на творческой площадке смогли продемонстрировать лучшие стилисты, визажисты, парикмахеры, фотографы и видеооператоры Славянска на Кубани. Я решила собрать всех творческих людей, создать такую теплую обстановку и дать возможность людям проявить себя. В этом фестивале участвует много визажистов из нашего города, которые создают свои образы на свой взгляд, да, свои видения показывают. Гостям было представлено около 15 образов. Каждый по-своему необычен и интересен. Женщина-кошка, Жанна Д'Арк, готическая невеста и даже женщина-солнце. На создание каждого может потребоваться от 1,5 до 6 часов кропотливой работы. Но это остается за кулисами. В объективах фотокамер законченный образ. Фестиваль Fashion Project в нашем городе был проведен в первый раз, но не в последний, уверены организаторы. Они будут двигаться дальше и обязательно придумают новый проект, где творческие люди смогут проявить себя. Анна Монастыренко, Александра Тимовская, программа «События».